Всем привет, народ! Сегодня у меня маленькая интересная посылка. Хотел бы о ней немного рассказать. Я занимаюсь поиском недорогих, хороших наушников для себя. Вот у меня уже были копия Xiaomi, которые, если честно, вообще никакие. Так что лучше не заказывайте, лучше ищите оригинал. Другие были наушники. И вот сейчас я заказал еще одни наушники. Фирма такая достаточно средненькая, но должны быть хороши. Для чего я это делаю? Я иду на работу пешком, и мне нужны хорошие, дешевые, отличные наушники с отличным звуком. Мне идут не только дешевые наушники, но идет еще какие-то супер такие дорогие, хорошие. Ну, будем тестировать, как придут. Давайте их открывать. Посылочка у нас вот так вот хорошо, если честно, запакована. Там внизу пупырышки. Так, не порвать бы саму коробочку. Такс. Ага. Достаточно хорошо. Это в индивидуальной упаковке идет. И еще прям упаковка такая сама по себе. Классно. Так. Это у нас AVE ES800M. Вот так вот у нас запакована коробочка. Раскрываем. Сама коробка тоже достаточно интересная. Я где-то когда заказывал, тут есть у нас даже вот такая вот голограммка. Это проверка на оригинальность. Вот здесь вот стираешь и смотришь, только на каком сайте, конечно, нужно смотреть. Ну вот, может быть, на AVE-шка. Это еще гонконгские типа наушники, производитель. Ну, давайте-ка дальше. Текс. Открываем. Да, когда я заказывал, недорассказал, я покупал, читал, точнее, отзыв, что это типа якобы там какие-то супер-мега-басистые наушники. Я вот хороший бас люблю, так что вот и взял их и заказал. Что у нас здесь сразу? Давайте-ка смотреть. Здесь у нас, это, наверное, скорее всего, чехольчик. Наушники не сильно дорогие, но, честное слово, я сейчас не помню, за сколько я отдал за них. Ссылочку под видео смотрите на продавца. Ага, это у нас типа под кожу. Вот так вот делается чехольчик. Интересный, прям реально, как будто под кожу. Здесь у нас это макулатурка, вот это у нас тоже макулатурка, только здесь у нас еще даже печать какая-то стоит, AVE. Здесь у нас клипса и два комплекта беруш, или как они называются, я не знаю. Сами наушники. Вот она, фирма AVE. Раньше ее писали как Айва, которая, ну, старая фирма, кто знает, тот знает. Вот такие вот штукенцы, не очень, конечно, под бабски. И сами по себе вот такие вот наушники. Вот, ничего плохого сказать не могу. Кабель достаточно длинный. Здесь у нас мини-джек под 3 пина. Вот, здесь тоже у нас модель написана наушников. Ну что, я сейчас поеду в поликлинику на процедуры. И музыку я уже закачал себе, все приготовил, телефон зарядил. Так что я поехал и буду тестировать на звук. И как я только приеду, я вам все расскажу. Вот я приехал с поликлиники, послушал я вот такие вот интересные наушнички. Что могу сказать? Наушники класс. Я до сих пор, если честно, так и не посмотрел, сколько они стоят. Вот сел ради этого случайно специально за компьютер, но включил музыку на компьютере в этих наушниках и заслушался. Скажу свои впечатления. Сначала я все-таки хотел сказать вам, что те наушники, которые я покупал, Canon, деревяненькие, которые можете ссылочку вот здесь посмотреть, все-таки лучше, но теперь я понял свою ошибку, почему я посчитал бы их лучше. В Киноне такие наушники, которые сразу по умолчанию сделаны на бас, то есть
Бас у них есть. Бас такой, ну, мягенький, он есть, но от этого страдают верхние частоты. Басы это же низкие частоты, верхние частоты. Как-то вот звук маленечко целлофановый становится. Ну, какой-то не настоящий, пластиковый. А здесь же я включил баса немного. Думаю, блин, я не привык так слушать. Все-таки, значит, неудачные наушники. Пока на тралике доехал до поликлиники, пока с поликлиники дошел, нашел такую особенность. Если сделать звук, господи, что мне язык заговорит, сделать звук не слишком громко, то появляются и басы, и высокие частоты не сильно завышаются. Если же увеличивать звук, то высокие частоты завышаются, а низкие частоты басы как бы потихонечку начинают пропадать, и неприятно слушать сразу становится. Но приехал я домой, воткнул эти наушники в ноутбук и вообще просто офигел от звука. У меня на ноутбуке нет никаких ни эквалайзеров, ничего, но звук просто вообще классный. Он такой прям сочный, мягкий, басистый. И высокие частоты тоже. Гитара как играет, это вообще обалдеть просто на все. То есть наушники отличные. А для телефона я ездил с Lenovo A8, слушал его. В принципе, могу сказать, что нужен просто нормальный, хороший эквалайзер, плеер с эквалайзером. Я слушал через приложение Lenovo Music, там никакого эквалайзера нету. Ну, естественно, из-за этого звук маленечко похромал. Я думаю, если поставить плеер с эквалайзером, маленечко увеличить низкие частоты, а высокие маленечко приубрать, то звук будет просто обалденный. Я такие наушники оставляю себе. Буду подбирать проигрыватель с эквалайзером или эквалайзер какой-то. Если у вас есть такой на примете, если он еще бесплатный, то обязательно пишите в комментариях. Я прям потестирую, послушаю. Но сейчас вот эти наушники я прям оценил 100%. Сначала я хотел их такими средненькими назвать, но после ноутбука все-таки покупать можно. Ссылочку смотрите под описанием. Обязательно покупайте. Кажется, они не такие дорогие. С вами был Сергей. Подписывайтесь на мой видеоканал. Ставьте палец вверх. Обязательно пишите, какими приложениями вы слушаете музыку. Я попробую послушать них и попробую на других устройствах. Спасибо вам. Пока.